Во время акции Люберецкая станция переливания крови будет открыта для доноров с 8 утра до 12 часов дня. Кровь может сдать любой желающий, достигший совершеннолетия и не имеющий противопоказаний. По словам врачей, сдача крови – совершенно безопасная процедура. Шприцы, колбы, бинты и вата – все это одноразовое и стерильное. Мало того, что это безопасно совершенно для доноров, но также это очень полезно. И это полезно, конечно, для организма. Идет полное обновление клеток крови. Взамен вырабатываются новые клетки, они идут в депо. На всякий случай, так сказать. У нас так все устроено в организме. По статистике, ежегодно в России становятся донорами больше миллиона россиян. Их кровь необходима для проведения сложных операций, тяжелых родах, травмах, ожогах. Примечательно, что кровь отправляется в районные больницы не сразу. В течение полугода она выдерживает карантин и дополнительные проверки на инфекции. Поэтому компоненты крови всегда в дефиците. Сейчас очень много полостных операций, которые требуют переливания крови. Очень много травм с большими кровопотерями, кровотечениями и прочее, где всегда нужны компоненты крови. Адрес станции переливания крови. Люберцы, остановка школа, Октябрьский проспект, дом 64. Телефон для справок 8 495 503 72 27.